Продолжение контртеррористической операции в Аль-Кабуне. Войска успешно захватили участок на краю квартала. Под прикрытием брони пехота переходит в наступление. Наступление ведется в двух направлениях. Рейд вглубь квартала будет для боевиков сюрпризом. Танки ставят дымовую завесу, которая не дает снайперам вести огонь по пехоте. Одна за другой уходят в бой штурмовые группы. У каждой из них своя цель. Позиция выстрелившего снайпера обнаружена, и по ней немедленно открывается огонь. Нет!
Винтовка ему больше не понадобится. Основной ударной силой, поддерживающей пехоту, являются танки. Обнаруженные цели тут же уничтожаются. Любое сопротивление мгновенно подавляется. В результате боя освобождены несколько домов, что лишило террористов возможности свободно перемещаться и нарушило их систему обороны. Потери армии составили 2 человека ранеными. По предварительной информации, ваххабиты потеряли более 30 боевиков. Агентство «Анна Ньюс». Марат Мусин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Сирия.